Всем привет! Ребята, сегодня мы будем рисовать 3D-ручкой. Я сегодня попробую нарисовать машину. Ребята, я сегодня попробую сделать машину Chevrolet Camaro как трансформер Bumblebee. Посмотрим, получится ли у меня. А вы меня поддержите лайком. Вот по этим шаблонам я буду рисовать свою машину. Я выбрал вот такие вот цвета пластика для моей машины. Желтый, черный, белый, красный, оранжевый, серый. Ребята, сама машина будет желтого цвета. Но некоторые детали будут с черного цвета. Я буду начинать с черного. Теперь переходим к колесам. Сама машина будет желтого цвета. Окна я введу тоже желтым цветом. Карниз машины будет серым. Диски колес будут белые. Окна я сделаю черными, как будто они затемненные. На капоте я сделаю 2 черных полоски, как у Chevrolet Camaro Bumblebee. Теперь рисуем решетку радиатора и фары.
фары и сетку я уже нарисовала. Осталось сделать только знак «Шевроле». А сейчас я буду собирать колеса. Вот таким способом мы будем делать 4 колеса. Вот наши 4 колеса. Ребят, сейчас мы все детали отсоединяем, собираем и склеим нашу машину. Отсоединяем кузов и двери. Я приделаю закрытую дверь. Ребята, очень много времени занимает, чтобы ее собрать. Некоторые детали просто не сходятся. Я на нее уже потратил больше дня. Ребят, сейчас приклеим машине колеса. Сейчас оденем. Ребята, я прикрепил колеса и посмотрите, что у меня получилось. Ребят, теперь еще нужно прикрепить багажник. Ребята, наконец-то мы доделали Шевроле Камаро Бамблби! Вот такая вот у нас получилась. Конечно, я много раз ее переделывал, потому что она такая трудная. Фух. Ребят, смотрите, здесь я сделал ей зеркала. Сзади я попытался написать Тики-Таки Бойс, ТТБ. Тут немножко я приоткрыл двери. Ну что, испытаем нашу машину? Ребята, ну она получилась очень крутая и похожа на трансформер Бамблби. Ребята, ну ей не поиграешься, потому что она очень хрупкая. Эта машина сувенир, которую можно поставить и любоваться, или кому-то подарить. Ребята, если вам понравилась эта машина, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Пока!